в наших солдат, в нашу армию. Про танкиста и нового министра. Я танкистов с детства уважал, хоть в разведке путь свой начинал. Разведка танком путь укажет, а танкист всю мощь покажет. Быстрота, огонь, маневр, металл. Командир поправит шлемофон, ведь дрожит от гуда полигон. Поднимается ракета, мне мила картина эта, и звучит стрельба со всех сторон. Для министра мощь армии закон, ведь недаром герой России он. Стало в НАТО страшновато для российского солдата, для танков и спортивный биатлон. Лучше парня танкиста не найдете. Танкист любви надежен и в работе. А вот чумазого танкиста руки крепки, сердце чисто, с ним вы точно счастье обретете. А вот чумазого танкиста руки крепки, сердце чисто, с ним вы точно счастье обретете. Слава российским танкистам и российской армии!